На ближайшие сутки синоптики прогнозируют мокрый снег в центре и на юге страны. В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс один. В Бельцах и Аргееве на градус выше. В Тирасполе, Лёве и Камрате плюс 4. В Кагуле ожидается до 6 градусов. В столице прогнозируют небольшой снег и 4 градуса тепла. Ночью похолодает до минус 1. В ближайшие дни температура будет варьироваться от 5 до 14 градусов, а ночью от минус 4 до плюс 6. И о погоде в Европе. Синоптики обещают тепло и переменную облачность. В четверг в Мадриде будет 20 градусов, в Париже 15 и слабые дожди. Осадки выпадут и в Лондоне, где ожидается 12 градусов. До 13 прогреется воздух в Берлине, до 17 в Риме. В Вене столбики термометров поднимутся до отметки в 14 градусов, до 15 в Праге. 10 градусов ожидается в Варшаве и Белграде, 12 в Будапеште. В Бухаресте 7 градусов, на 2 больше и дожди в Афинах. В Киеве прогнозируют всего 5 градусов, в Москве на 1 выше. Холоднее всего будет в Анкаре, небольшой снег и 2 градуса тепла.